Всем привет! Сегодня мы приготовим салат белорусский. Итак, поехали! Для его приготовления нам понадобятся грибы, печень, майонез, огурцы соленые, яйца и лук. Начнем с печени. Печени надо отделить пленочку и отправить ее вариться. Варим ее минут 30-40, опускаем сразу в кипящую воду. А пока варится печень, займемся луком. Надо нарезать и обжарить вместе с грибами. Поставили в сковороду, в нее уже налили масло и отправляем лук. Немножко прижарили лук и добавляем сюда грибы, чтобы ушла лишняя влага. Пока у нас остывает лук с грибами, нарежем огурцы и яйцо. Нарезаем печень. Все обжарили, все нарезали. Осталось добавить майонез, соль, перец и все тщательно перемешать. Сразу извиняюсь за возможное плохое качество звука, но против погоды не попрешь. Итак, приступаем пробовать. Салат получился насыщенный, сочный, просто очень вкусный. Он подойдет любителям печени, это 100%. Итак, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!